ты Дотан играй. Кто в Дотан играет? Я один готов, походу, ну ладно. Рус, Раптир. Какой Дотан? Чё вы несёте, батенька? Какой Дотан? Дотку свою там. Любимую. Какую дотку любимую? Чего вы несёте? Иди мид тащи. Знаешь, что такое мид? Я не ебу, что это, если честно, ты хуйни не разбираешь. Какой мид? Если б я знал. Там это вообще я не знаю. Ты по всему знаешь, раз тебя так зацепила эта тема. Не, если что, я могу немного просветить, ну чтобы вы потом это предохранялись от этой вот заразы, дота. Нет, дота. Еще одна армия пополнилась, армия дотеров. Да ну нахуй, я ебал. Ну нахуй, эту хуйню ебаную. Дерьмо, блин. Ладно, сейчас я буду сливаться, поди. Мне сначала показалось, что технарь 12 уровня. Что ты меня вообще толкнул после этого. В доту меньше играть надо. Ау, технарь! Технарь! Эх! Пацаны, успеешь? Что говорить? О, пошли. О, давай. ты космонавт! Я так, пошли, я тебя лечить буду, если что. Какая? Космонавт лечить будет, ну. Ладно. Так, я ебал уже. Я буду курить. Ну, пойди сейчас, попробуй. Ух ты, я двоих уже убил. Я хочу орить, что ты ранен. Пошли в какую-нибудь хату. Подожди, тут... Я вообще, блядь, помню, отбивался. А, пускай он сдохнет. Давайте, не, подожди, давай убьем технаря, я у него дробак возьму. И пойдем. Давай пусть убьет, я просто его случайно вылечу, привычку. Давай мы его ебанем. Я медик в душе. Блядь, меня схватили. Идар! Пускай этого техно завалят, я уж тогда двустволочку возьму. Как ну раз... Ладно, а, все, уже облили. Ну, у нас работа сделана, черная. Да. Потому что вы... Меня опять схватили, то заколебали. Серые санитары или черные санитары, как их там зовут. Вы просто черные. Черные. Просто дебил. Да, ты слишком быстро двигаешься. Подожди, ща. О, а чё не могу? Вы чё, хуели? За столку не могу. Мы по спидхате. Чё, такая тяжелая, что ли? Кого здоровье хромает? Ты возьми вот уж эту, вот как его, двустволку, я потом ее продам. Я тебя вылечить не могу, стой. Да, да тут отбиваться надо! Сейчас заебал! Это меня надо! Ёбаный в рот. Шоколада, ёбаный. Сука. Блять, мешок обливал. Стой, блять, я пиздец. Ну-ка, кстати. Смотри, этот красножопый бьет толстого. Бестиар, ты тупой, блять, откуда ты? Это типа толстый говорит. Блин, у меня патроны закончились. А, возьми двустволку, вот он, если у тебя место есть. Полюбас есть. Во! Я помню, был такой случай, когда, блядь, Хаск выстрелил в Скрейка, а тот Скрейк побежал ему пиздить. Ну да. У меня так частенько два Скрейка между собой разбирались. Это от обиды. Он просто на него обиделся. Ёбаный дурак, сука. Ёбаный дурак. Ты тупой, блядь, откуда ты там, блядь? Я не заряжаюсь. Где они? Эй, кто-то осталось-то пять штук. Пацан, иди сюда. Успех ушел. Ебал! Это вылечил бы. Че ты лечишься? Что-то мало тут оказывается, блин. Я фраз сделал. Надо будет потом тебе еще наебошить. Стоп! Иди сюда. Че, ебанули, да? Ну чё, сейчас респаунишься. Так, у нас команда, конечно, эпичная. Два берсика и один медик. Берсик. Блять, у меня всё залагало. И команда, блин, вот что, эпик. Это эпик, команду появился. Так, ладно, что бы купить мне? Ружье продам или ружье кому-то надо? Ну, мне катаны хватит, в принципе. Ладно. Хуяно бронежилет хватает. Сколько тебе отступать? Вот этому муданю надо денег. Больше у меня нету.
Да, жри свои деньги, блин, под рюкзак. Я не тому отдал. Мне похуй вообще, проебёт это его проблемы, я его зарублю потом. Так, ладно. Сейчас здоровье полное, что-то у меня кобра не ждёт, нет. Пошли ты где, стыкаемся. Ну, я без броника, нормально. Так, я вообще помню. Надо где-то сникаться, чтобы я вас лечить смог нормально. Я бегает, помню, не знаю, на тяжелом отбивался на таком месте, как, на котором, блядь, ни одному нормально человеку с голову не придет там отбиваться, блядь. На улице, что ли? Ну. Нет, блядь, это он там в сарае, блядь, там такой, как бы сказать, блядь, такой выступ, а там внизу пропасть, блядь. Короче, я на этом выступе отбивался. В итоге вытянул, блядь. Не, а я отбивался в самом начале карты лаборатории Aperture Science, там пропасть такая, тоже там возле пропасти прыгал. Но я сдох, потому что у меня хаски... Да просто с другом, блядь, я техником, а он, блядь, берсеркером, и в итоге прошли. Не, а я там сидел на тяжелом тоже, только там, когда я на выступе стоял, два хаска было, еще игроки подключились потом, типа, давай, тащи! В итоге меня скинули с этой пропасти, и я сдох. Ну-ка, стоять! Да, блин, ты заколебал носиться. А, да я просто бегаю. Вот. Я только вот на движениях выживаю, тут тараканы просто. Там же команда все еще живые есть. Блин, ну-ка иди сюда, придурок. Придурок, которого лечить надо? Да. Да я в него попасть не могу, он дрыгается, паралитик. Я ранен! Вы врача, я полный КПС. Яичко подстрелил, я ранен! Так, ты где? Ой, блядь. Ты здоров? Я вылечить-то не могу. Никитос, ты бы сюда подключился, чтобы мы тебе этих, блин, как это... Блин, я слетела игра немного. Вернулась. Ты что, сука, подключился? Уебол, блин. Уебол? Уебол, ну. Уебол. Блядь, у меня игра свернулась. Уебол, блин. Меня еще не убили, а? Пока живой, тебя там уже топчат. Блин, я не могу запустить. Ща. Куртка этот. Ладно, чтоб меня не кокнули, то мне чуть не охота опять там это оружие. Этого сейчас убьют хуям. О, я еще живой. Так, блин, без башки нахуй, как курица бегает без башки, блядь. Блять, ты меня сейчас блеванут. Не, я слышал такой прикол, то что типа в каком-то штате американском одну курицу тоже голову отрубили, и она прожила без головы год. Я буду в днище, на вас я буду лечить. Ну, так, ладно. Лекай, короче. Лекай. У меня один бронежилет. Пошел вон отсюда, пидор. Ах ты сволочь. Ты дрожок-то. Блин, мешок, я боюсь. Мешок не делал. Уебол подключился, неужели? О, давай. Так. Ну чем есть? А бля, я в тебя попасть не могу. А, ты за мной бежишь? А, или за этим. Я за тобой и за этим, а вы тут вместе бегаете. Я вас не блочу, нет? Да нет. Это вот тараканы блочат, не могу пройти. ГГ. Ага, второй левел, ГГ. ГГ. А второго левела? Ну, вторая волна. А. ГГ. Хорошая игра. Я что-то в днище вообще в реальном. Чё, кто хватит там все замедлять? Да я отбивался просто. Бомжишь. Я на продажу самое лучшее. Попаду, нет, не попаду. Попал. В жопу, либо на броню хватит. Пошлите на мечку, а то меня заколебало за вами бегать лечить. Вот он, гномишка. Денежки кому-нибудь надо? Э, что, хуели? Мне еще надо. Один снайпер. Кому? Ты где? Ты вот здесь? Ты желтый? Да блин. Да я не в игре, не боюсь. Ты дал режиссеру этому, блин. Да он тоже просил. Вот его можно убить в постере 3. Хотя игра говно. В постере 3? Да. В постере? Ну постер, блядь. Постер 3. Короче, стоим на крыше, ладно. Лабены.
Они по мусорке могут залезть. Вот самое дебильное на этой карте сдохнуть, это подпрыгнул, блядь, на батуте этом ебаном. Так, главное, я видел такое пару раз. Не, я так сдохнул, но меня потом добил Хаск, когда он подстрелил меня тогда под мной. У меня один хп оставался. Ох, это судьба. Да иди ты нафиг. Я бы говорил. Сравнил Берса и Снипера четвертого. Блин, пацаны к успеху лезут. А чё, у тебя Берс шестого, а у меня четвертого. У меня был четвертого на тот момент. Когда я Хэллоуин Скивент выполнял. Все здоровы? Да, здоровый. Даже броник. Нет, я еще не здоров, мне надо. Да, тебя лечить, да. Психушку надо. Тебе реально нужно лечить. Духу надо, тебе давно вообще. Лоботомии, бля. Сука. Уже лекать надо, команду. Да блин, задолбали. Команду создали. Молодцы. А вы сами не хотите? Я ебошу отсюда. А вы сами-то в психушку не хотите? Ну, надо иди оттуда. Я один живой. Герой хренов. Ну, если там неплохо кормят, то тогда можно. Неплохо чем? Овсянкой? Я как раз то... Ну и тебе тоже как раз за лоботомии бесплатно. А я ради судьбы выжили только от тебя. Сука. Чем вы только щитом что ли выжили, блять? Мой польский пидор присоединился. Чё, так и зовут? Нет, Polish Ghost Ranger. Не, ну может не все поляки козуи, но... Они игры херовые делают, так ладно. Ну игры-то одно, а люди другое, они же... А они самая мирная страна в мире. Их постоянно захватывают, во все времена. Да-да-да. Куда манда вызывать? Да толстая манда! Вот жуков от них тут до хуя. Их кто такой наёб, блядь? За тобой красный гонится. Красножопые индейцы. Да иди, я один тоже. Индеец. Да иди ты, блядь. Здоровье. Блядь, индейцы невоспитанные, сука. Правильно, мать. Я вообще не понял, почему я умер. Мне было резко 100, резко 0 стало. Не знаю. Правильно, ребят, мочите их. Ой, блин. Ты в болото не упади. Дерев циклава дохла. Да ну нафиг, ни за что на свете. Да сука, хуск. Ой, ёбаный в глаз. Падай в болото. Ёбаный в глаз, сука. Надо как-то, блин, тут, я не знаю, тут блин, сирены с хусками бегают тут вместе. Тут надо дома побежать, и все. Муж, жена, блин. Блять меня, сука, манда невидимая. Вечно сзади, блядь, тут берет, там жопы, блядь, моей. Ты тупой, блядь, я тупой. Я это записываю, кстати. Некит, врубай почаще. Ты записываешь видео? Это я записываю все. Я с самого начала вот эту карту. Откуда, блядь, из какой манды они берутся, заебали? Сука, еще 107 штук зомбоидов, это ж как? А ты представь, где с половиной гасить? Ну, две вдвоем? Да. Да в одиночку. Это будем весь день играть и сдохнем еще в итоге. Зато умерли как герои. Как прям щиты есть. Ты заебал всем голову рубить за меня. Да я не могу больше, тут и... Тут убегать надо. Хоть броник у меня есть чуть-чуть, но, блин, все равно сдохну. Ёбаный! Ради судьбы меня сирена взорвала. Понятно. Аааа! Сука! Я больше всем в убийстве помогал. 32 человека, точнее, не люди, говорю. Ой, блин, все, я валю отсюда. Я сдохну сейчас от этой твари. Победитель по жизни. Победитель, блин. Тараканище еще, блин, за тобой бегут, и хорошо рубить так. А сейчас меня запиздят, блядь. Попистопали отсюда. Ебать, ты чё по лесу бегаешь? Беги лес, беги! Беги в лес, беги! Беги велосипеды. Это чё, блин, мудак? Ой, красножопый, блин. Тесак, блин, прилепили все на руку. Ой, блядь, откуда ты там? Ты вот видишь, чё я... Ебать.
Рептилоид. Третий уровень только, ёлы-палы, это как? Мы еще бегаем тут как... Я, короче, если ты сейчас появлюсь, я спрячусь в какой дом, буду... Если появишься, молись, чтоб мы появились тут. А вы спрятаетесь, я верю, появились. Если какая-нибудь херня не подстрелит, не похуже. Да подстрелит, он Хуск уже стреляет за, за КамАЗом, блин. Сейчас обойдет уже. Дальнобойщик. Сука. Еще музыка из дальнобойщиков этих. Вот это вот, как его, блин, песня. Танцанчик. Как далекая страна, маленькая страна или как называется, не помню. Вот так она, блин, маленькая страна. Ой, невидимые, я их слышу. И тараканище. Бля, они за мной, там 5 хусков или сколько, ну чё? Это пальба без... бесконечная. Сзади две сталки, блядь, хуйни бегаешь невидимые. Как говорится... Ну еблан, ты тупой, блядь! Да? Рулет, в принципе, да. Сука. Ведьмак, блядь, сука! Еблан, ты тупой, блядь! Откуда ты там взялся? Стрина, дай сюда, интересно. Господи, блядь, сука! Да, блядь, пойдите вы нахуй, ёпки, пидоросы, блядь! Пидоросы! Блядь, мы бегаем как дебилы, один курица, другой пастырь! Бегают от этих мудаков. Я верю в вас, ребята, убейте их нахуй! Тру, правда, блин. Короче, если мы сейчас проебем, то они, блядь, это... Не оправдаем ожиданий, мы будем... Нам это все напишут. На по IP вычислят. Шевелей вставят. Усейн Болт. Так. Так еще и поляк ждет. Смиренно ждет, да. Как мы либо сдохнем, либо начнем. Да вы справитесь. Надеюсь. Ну пока что третья волна, можно. Ебанты. А он, кажется, понял. Ебанты. Господи, сколько продолжаться будет. Хас, о, хас, сука, блядь. Во, все. Одного убили. Еблан, ты тупой, блядь, откуда ты там? Вот ты вовремя нажал, там сзади это сталкер появилась. Это врубай так в эпичный момент. Ты всегда врубай. Блядь. Вряд ли кто скажет, мы коробку включаем эту. Хуйню эту. Блин, вот плохо, что не работает это вот в онлине, как в Half-Life, вот этот Hello DJ тут. Блять, да их трое, по-моему, там, или четверо даже. Ёбаные дураки. Ёбаные уроды. Блять, блять, блять. Сука, блять. Не нахуй. Да блять. Ты 27 осталось. Да надо еще осилить, тут хуски стреляют. Сзади, сзади, квот. Или толстый. А, нет. Казалось. Ой-ой, куск, куск! Сучара. Ты тупой, блядь, откуда ты там? Ты как это было, кстати? Гасконец, блядь! Гасконец. Сука, Д'Артаньян ебучий. Кто? Блин, да сколько можно? Заруби толстого мудака. Блин, надо подстрелить его. Нет, не зарубишь, там уже пустая куча. Да подстрелить. Я не могу, куски мешают, надо их убить. Сука. Бомжи, ай. Нихуя себе, он беспрерывно стреляет, сука, блядь. Да там их трое, они стреляют. Он там пулемет, короче, стреляет. Пулемет, блин. Когда у него патроны кончатся, интересно. У вас 13 штук осталось. 13 штук. Ебливый. Сука, патронов у меня еще много, но, блин, сирена орёт, тут надо ее убить. О. Не надо. Ништяк. Двоих так, да-да. Одевайте их, короче, вон с хасками разобраться. Блин, эта игра войдет в историю. Явно. Я эту игру сразу залил онлайн. Да ладно, еще с нашими матами
Запикаю все, если надо будет. Ой, блин, сейчас сдохну. Эх, там три штуки. Давай. Прячься в дом. Стой возле стены, чтобы понять аркетов. Я знаю. Не, надо вот так вот со стены этой. Лечись пока есть момент. А, перезарядка шприца. За тобой там когда-то идет. Блять. О, давай, тост, иди сюда, давай, браток. Ты тупой, блядь, откуда? Заходит. Вижу. Первый. Ух ты! Лечи. Сейчас так сейчас приманет. Это жирафа еще. Сука. Я живой, блядь. Давай, вылечи меня. Сейчас последний выходит и убивает меня, нас, блядь. Вообще заебцов. Надо бы так еще Патрика осилить. Сейчас последний выходит и убивает нас. Да, уф ты, блядь. Мои слова копируешь, ёмка. Где он? Убил. Так, ладно, его не видно пока что. Вот жирный. Да, с пистолом. Пистолом. Пистолен, мат, пистолен! Вот так вот. Заебись. Мы смогли, точнее вы смотрели, ну ладно. Мне нужно немного денег. We've got this, motherfucker! Так, сейчас тут броник обязательно. Блин, мне бы денежек кто кинул. Ладно. А, ну ща кинул. Купи этот мощный, который. Я куплю себе МПшку. А, все, берсерка взял, блин, понял, что берс рулит. Короче, я побежал в нычку, я не хочу его лечить. Я медик-эгоист. Да у нас не... уже есть медик. У нас медик что тоже есть. А, ну, ща подкину. 30 йенов! Ой, блин. Президент? Какой сыр президент? Дош, дош. Так вот, кончился у меня дош. Я варил двери. Так. О! Что это за херня? Ой, ёпс! Сразу сверху появились. Ой, сразу ебанули. Там это пизда кричащая. Короче, я в сарае буду, нахрен. Я в углу забьюсь там, не знаю, постараюсь выжить. Идите сюда ко мне. А, тут есть один берсерк. Я, блин. Ой, я сейчас сдохну. Ой, ой, замедление. На. Сука. Ой, блядь, я сейчас сдохну, блядь. Блядь, сука, орёт, нихуя, блядь, не видно. Я тебя лечу. Ну, спасибо. Там толстый, осторожно. Мочи толстого. Блин, а я сейчас нашего берсерка отсюда завалю. Ну блин, надо его крыть. Я короче, блять. У меня сейчас здоровье закончится. Я шлёпнулся вниз. Поднимайся наверх. Ща. Берсы какие-то живучие. Так. Ой, вот. Так, стоп. Постой секунду. Все, можешь идти. Ну все, я вот этот ход крою, остальные. В этой хуйне я сидел и отбивался. Вот тут и надо, блядь, отбиваться. Не, вот именно вот на этой херне сидел. Я тут что, типа танка что ли? Зато я лечу танка. Да блин, а! У тебя бронежилет живучий, радуйся. Больше на бульдозера похож из этого, по идее. По идее. Уйдуй, блядь. По идее. Я не успеваюсь отлететь. Это ж по сути, по идее, тут тоже деньги. Крутим деньги, бабло. Да, и мы грабим этих монстров. Грабим деньги, блядь. Грабим караваны у монстров. Все здоровы. Некит, ты прям это. О, все гномы собраны. Все, я не знаю. Некит как группа поддержки. Некит, ты лошара. Мы тут всех гномов собрали. У тебя на серве не было. Рубачишку не дали. Там хуже. Наш только на Хэллоуин. Да что ты за. Не, это ачивка, по-моему, всегда есть. Если, по-моему. Я не помню. Это не действует, которые мочить праздничных монстров. Нет, это тоже хэллоуинская чипка. Тоже? Не, он задолбал начальство, он здоровый. Ты че, идиот? Короче, ладно.
Я, в принципе, я могу без торгаша пойти сразу тупо стоять. До прихода этого отбивальщика спокойно сидеть. Блять, там у тебя комнат сзади. Ёпта. Жучара. Ну ебан, ты тупой, блять, откуда ты там? Батя, чё будешь не видеть куры этой? Я пастух, а ты моя, а ты мое животное. Пастух. Пасты. Пасты. Короче, сюда же бежим, когда в магазине закупимся. О, как раз. Че, все уже сдохли, ну нихуя себе. Что-то быстро. Или мы бегали там вдвоем. Мы два дебила, не могли их убить. Я Хусейн Болт обогнал уже. Ладно. Хусейн Болт? Ну нихуя себе, я на втором месте, блядь. А Димон на первом. Нихуя, я первый. Я первый. Я второй, блядь. И денег что-то мало заработал, странно. Я пытаюсь тебя лечить, а ты крутишься. Никто не хочет. Никто вот этого сварщика лечить не хочет. Почему-то. А потому что он сварщик. Космонавт сварщика не лечит. Опа! Пацан сзади подошел. Пацан. Ну ты говорить не найдется. Ты пацан. Вы пробовали когда-нибудь сварочным аппаратом убить? Ты, да нельзя убить же, ты че? Знаете, что рублей? Ну знаешь, если заваривать двери, потом быстро, ну, за время заварки двери, потом быстро в сторону его отнести, то он может нанести урон. Наверное. Или заварить монстров в землю как-то. Я уже так, когда с чуваком фармили, блин, эту сраную заварку, блин, так прикалывались, блин, раз, блин, его урон, блин, нанес. Так она же чуть не убила меня, сука. 5 хп, блядь, он мне так оставил. Не, может, в новой килухе сделают такую возможность сваркой прожигать что-нибудь. Заваривать нельзя? Блядь. Заварить чай. Ну, нужно к двери подойти. А тут людей раньше можно было заварить. Давайте, можно заваркой убить. Заваркой. Чай какой? Черный, белый, светлый какой? Зеленый чай. Зеленый. Блять, я вниз провалился. Ты смертник, там мясник. Блять, спасите. 233. Блин, иди сюда. Да стойте там, я сейчас пробегу. Вон, меня видно, я из окна. Ебать, откуда ты взялся? Да-да-да, шоп их убило. Ой, это невидимая проститутка. И сзади ее муж. От на руки костыль какой-то там. О, это Крейг. Крейг. Мясник. О, это же деда. Деда мясо. Рубик который. А, блядь, ты заколебал дрыгаться. Это ли чё ты? Я что ли? А этот пак. На мне заколебалось его лечить. Тупое бревно. Тупое бревно. Жезд, как его? Кто он там, кстати? Полицай? Так он стоит, дрыгается в разные стороны, по нему попасть невозможно. Ну хотя он не на месте стоит. Поэтому и попасть невозможно. Так, мешаешь свои комментарии. Так можно даже стрима, блядь, записывать из Никитос на комментариях. Кстати, мог бы Никитос подключиться в качестве наблюдателя. И снять. Поржать камень. Пипец, их тут как, блядь, на мясорубке. Как вариант, что, нельзя, что ли? Патроны закончились. Бах, блядь, он как... меня солнце разбило, блин, броню все уничтожило, блин, тварь. Блядь, ёбаный дурак! Ты заколебал там. Почему это каждый раз так смешно, сука? О, раз уже первый погиб. Потому что голос он, по-моему, на проги похож. Голос. Вот он и есть. Ебан ты тупой. Я на него компромат уже делал, помнишь, да. Я показывал даже. Да он. Он еще в этом в группу кидал, где мы общались. Да. Бедные проги. Закомпрометировали, блин, певица. Какая волна, пятая? А мы еще живы. Пятая. Вот хорошо. Блин. Уже сдохли. Они второго медика убили. О май гад, блин. Я пошел в баню.
щит. Дерьмо, блин. Сука. Сейчас я вылечу. Только себя надо вылечить. Бля, иди на ёбаная. Тупой, блин. Блин, сука, красная жопа, её мужьё бесит. Еблан, ты тупой, блядь, откуда ты там? Помогите нашему снизу, его сейчас нахер порвут. Я даже лечить его не успеваю. Кто там? Гений? Там, да, блядь, ебало. Я не могу тут прорывать, жги, я отбиваюсь. Сейчас на жопу и тоже снижаю. Яйца подрубил. Кстати, может быть в новой телухе повреждение модели улучшенное будет. Можно и гениталии резать. Не, ну это вообще. Ну ты это. Ну так они обещали систему мяса. Может вообще возможно будет одно яйцо, где у тварей нет яиц. Ну давай вам за это будет. Торговец будет говорить, да, или этот. Да колебал лечит. Идем торгов. Ой, у меня что, меч кончился? А, нет, я поменял уже. Это скитар рванул. Это сука только что, блядь, на себе, блядь, скакала, как будто не звучало. Кого? Чё, будешь менять технаря, когда этот пойдет? Блядь, я еще попал. Не, ну в принципе я могу топор взять, отбиваться. Скинуть его на. Мне кажется, блядь, если я выберу этого техника, может я и ёбну Клэфа, но против остальных столько мяса, блядь, я просто не выживу. А, может не этого выбрать? Подрывника? Погоди, я тогда топор беру. Не, ну, пусть ним, я косу, блядь, возьму. Да, бери топор и на Клэфу. Пошли наверх туда же. Стой спокойно, пошли. Я пытаюсь тебя полечить. Это где дом, блядь, тут запутался. Вот он. Бери, короче, топор и иди на плеху. Эти слова тебя точно поддержат. Зигфрид какой-то, убью на. Это не Зигфрид, ты какой-то пастор, блядь, с топором. Пастор с топором, ну убью какой-то, блин, не знаю. Какой-нибудь там... А ты хочешь всякую свою херню? Блин, это такой идет, тут слышит вот это. Ну, это он идет с топором. Викинг, а блядь. Я еще отсюда как-то прыгают, сволочь. Бороться с ересью. Сейчас главное у него пасть сквозь доски. Да сквозь доски, я не знаю. Я вот тут упал. С вами стоял. Блядь. Это пинг. Да у меня пинг нормальный. Ау. Это может я лагаю, я так. Все здесь, все собрались здесь. Ладно, тебя сами закопать. Ой, уже сразу хелп, сразу давят. Блять, тут не снизу. Сосак! Это я его убил. Это сосак идет. Сосак? Сосак. Не кто-то написал, скорее сосак. Ненавижу сосаков, поэтому... Сосак, не сосак. Сосак, тесак, блядь. Тесак, сосак. Это, не, это тесак, а тот сосак его стилит. Блять, если мы пройдем. Пацаны, кто им когда можешь сердце поставить? Если мы пройдем эту карту, я, блин. Если мы эту миссию пройдем, то я выйду голый на Красную площадь и станцую чечетку. Чё? Я на Красной площади, наверное, топать далеко. Кто им на слово? А иначе. У нас второй медик, ну. Да, не знаю, может просто так. Посмотрите на команду. Два технаря, два медик, два берсерка. Второй медик, ну, я их. Да. А слабо одними берсерками. Слабо, мы на Савенке. Иди на Патрика так. И ты сейчас отлетел. Это, о, грамотно лекаешь. Хотя чё тут лекать? Медик, ну, поможет только это. А, пошел лечить и не произносит. Пошла вон на руща свинья. Да. Вон аж отлетело мясо. Кстати, слышишь? Когда раз. Ты сейчас там. Да я раз. Нифига. Только снизь, сейчас он одного нашего пиланет. Пиланет. Не, вот так и надо было сидеть, блин, в две лапах. Сразу топор покупать, чтобы отбиваться. Блин, я так и знал.
так и вот, вот в чем польза топора. Без медика мы бы уже слились, если бы не было. Не, ну без медика да, ну я говорю, и команда же. Медик есть. Лидер здесь лесной, он наш сейчас порвет, блядь. О, блядь, сука. Нас теснят. О, два мясника! Блядь, откуда ты тот, блядь? Сука! Да ну нахуй! Два мясника вонулись, что ли? О, господи, блядь! Как же это мясо вообще, не знаю. Я так пистахалась. У меня патроны закончились. Я буду тот. Шестая она у нас, Вита, блин, короче. Вы чего вы умерли? Я сдох, меня мясник зарубил. Меня топор выстрелил. Где? Ты сейчас живой, блядь. Сука. Мясник поехал, блядь, ты к вагонетке ебали. Подожди, а где топор? Он спрыгнул. Ты вниз спрыгнул, ты бегаешь? У кого топор, мой? Бля. Короче, я от этих мудаков подбился, у меня 14 кп. Ты где? Я тут лежал. Блядь, ты где? Я тебя сейчас вылечу. Вот он, блин, вот он, топорик. Мне главное, что ты жирно сейчас съебаться. Вообще жопа. Ой-ой, там ведьма осталась. Я сейчас к тебе бегу. Постарайся в том месте быть. Подожди, я сейчас наверх поднимусь. Я к тебе уже бегу сзади. Ай-яй-яй, не иди туда, да, там, давай, блядь. Да лечи его быстро, там никого нет. Все, вот же. Еще и награда, а что-то наступил. Побежали отсюда, мясник. Сзади мясник. Ой, кого-то что, КП, ёпт, сейчас нагнут. Ну давай, мясник, один на один, пацан. Блять, опозорился. Я сдох. Блин, вы это, не уходите далеко, я же не знаю, где мой топор, там он валяется. Подберите хоть там, если вы найдете. У меня места нет. Блин. У меня тоже места нет. Сука, ладно. Ну покажите, где это место тогда. Хотя вот оно. А, вот, сейчас, там просто свалилось вниз куда-то. Там прыгнуть надо. Пиздец, не мясо. Блин, дробовик! Какого хуя дробовик? Кто спиздил? Медицинский дробовик. Блять, хорошо, что я косу купил, блять, эта хуйня меня, блять, спасла в нужный момент. Дробовик, блять, кто спиздил мой топор, дробовик? Нахуй мне пара пистолетов, блять. Камуфляжный за 112, вот суки. Тут же урон своим наносится, да? Ну да. Беда. Блин, блять, я хочу подрывника взять. Денег не хватает, ужас. Но тут один медик уже есть, уже 3 берсерка. Заебало. Это мейнстрим, стать берсерком. Вот козлы, блин, сука, спиздили. Оставили фуфлайку, блин, ебаны, сука. Фуфлайку? Короче, лежал топор, и кто-то оставил камуфляжный дробовик помпу. Ты чё бронежилет-то не купил? Не хватило, блин, ты чё? Бля, ты не мог не попросить денег? Да похуй. Всё равно броню уничтожили в самом начале у меня. Это надо мне... Там КП. Где? Внизу. Ёбаный. Бля, это вот тогда пылесоса. Не беги отсюда, пока здесь. Да держишь. Я по крыше пока, он там этот мед просто. Спасаю. Бля, чё лагает, пиздец. Сука, жуй. Пацан, ты живой? Я живой. Живой. А я нет. Ну ты ясен пень. Ты ещё и не последний яс, чтоб умирать. ПП! Fuck you, бич. Еще мясник! Вы меня тут прижали удобно, так я это. Внизу лежу такой. Под вами. Все живы? Я живой вроде, а я не как медик. Я тебя лечу, стараюсь. Спасибо. Я себе блять, жирный мешок прорвался. Там их двое было. Ай, это пизда. Что-то рвут нас тут вообще. А видать спалили наш так. Пиздец, мы почти практически все щиты сняли. Чё? Блять, они одного нашего слили. Блин. Ну как меня в прошлый раз. Я тут стараюсь вот шприцы в зад втыкать. Постоянно. В зад. Профилактически так вот шприцы, да? Блять, сука, он заебал, мне уже все щиты, пидорас, блять, снял. Шприц оставил лишний. Бензопила. Нет, я бы похилил.
Да я стараюсь, тут еще не лечить. По-другому сделать случайно. Сейчас тебя раз, блядь, стопить за уже. Он в коморке своей Этот. Блин. Там еще один. Я мочил это говно. Толстый. Блин, не шо. Блять, ХП! Я, блядь, сейчас сдохну, 17 хп, блядь! Да ну нахуй! Я вообще выпал! Я выпал оттуда! Я сдох! А, это пизда! Да я не осилю! Я спасаю! Да я не осилю, блин, вы чё? Я буду врат! Да ёбаный ты, сука! Это бы пастыря последнего у него уебашили. Я предпоследний умер. Пипец. В последнюю очередь всегда священника въебашили. Предпоследний медиков. Ладно, на этом все, пожалуй. Нихуя себе мочилово. Когда еще будем играть? Ну можно чуть позже, вечерком. Ну и завтра. Эй, завтра? Ну да. Ну ладно. Ладно, пошел тогда. Давай. Ага. Так, вот это мощное мочило было.